Этот день настал. Едем тестировать китайскую хускварну. Вроде бы все прикрутили. Сейчас проверим. Так, не знаю, будет ли что-нибудь слышно на микрофон. Наверное, что-нибудь должно. Потому что я нахожусь ближе к источнику записи, чем мой глушитель. Как сказал, мой глушитель. Сервопривод мощностного клапана сказал, что мы готовы. Че? Сейчас налево и потом туда. Можно прямо вот в эту дорогу срулить. Так вот, первый выезд, практически первый. Чуть-чуть мы уже катались на этом мопеде. Ну, почти первый. Сейчас будем тестировать. Заводим. Передачи короткие. Дает о себе знать 52-я задняя звезда. Нейтралка ты где? Нейтралки хуйма. Мотоцикл высокий. Вторую передачу не довключил и пришлось ловить. Испугали коняшку. Подножка заднего тормоза находится высоко. Сидя ехать удобно, а вот стоя не очень. Оттянувшись назад до тормоза, достать тяжело. Цепь шкрябает. Замаять. Ну, на поворотах загребает. Если газовку чуть открутить. Так, ну вот он, дождик пошел. Проверяем зацеп на китайской резине заводской. Тормоза вроде бы есть. На этой китайской хускварне. А вот мощностной клапан немножко меня заботит, потому что не всегда он делает джу-джу, когда я его включаю. Поехали? Да. Ну смотри, чисто вроде. Сейчас, мне кажется, она пройдет. Происходит тут у нас бережная обкатка, как вы могли уже понять. Водит мотоцикл, а держака нету. Но это и прикольно с другой стороны.
Нейтралочка. Что типа облака едут туда? Красиво там. Красиво. Смотри, солнце отражается на траве мокрой. Вот это красота. Все, это обязательно включим в наш видеоклип. И спрятаться негде, да? Вообще негде. Одно дерево нашли. Так, ну вроде заканчивается дождик, да? Так, ну мощностной клапан пока работает. Ух ты, вот это красота. Мотоцикл жесткий. А, там, где на Ямахе я проезжал сидя, тут нужно привставать, потому что он дает пиздюлей. Что, поехали дальше? Мотоцикл, ты там не перегрелся? Нормально все у тебя? Ничего не течет ниоткуда. Сейчас мы посмотрим. Изучим. Так, вроде все на месте, да? Цепочку надо подтянуть. Ну, подвеска работает, конечно, лучше, чем на Ямахе, ее не пробивает, но она жесткая. Руки у меня уже подзабились. Вот я спускаюсь, и прям в руль она долбит. Так, тут были кордовые муравейники, но сейчас уже все поменьше. Пацаны поразбили. Не так все жестко, как было. Так, задним тормозом работаем. Передним тоже работаем. На тропе кабана. Так, вот тут лучше. Видите? Легко. На 125-ке с ватной подвеской это все сложнее берется. На этой попроще спуски даются с ямками. Ну и, наверное, еще подразбили их. Так. Легко от слова совсем. На сцеплении спускаемся. Чуть-чуть притормаживаем. Так, это была третья, а нужно было ехать на второй. Сейчас попробуем на второй. Так, вот она первая. Вот она вторая пошла. Так. Все, Хускварна хочет упасть. Но мы стараемся ей не дать это сделать. Даже на скорости стоит. Не катится никуда, ну почти. 125-ка так себе не позволяла. 125-ка уже бы укатилась. Так, что мы будем делать? Мы будем ехать вот туда. Вдоль по склону, так сказать. Либо вниз. Вниз тоже можно. Потихонечку отправлюсь на поиск новых горизонтов. Так. Так, ну пробуем еще раз, только чуть-чуть больше газу. Yeah.
легко. Так, теперь мне нужно вернуться к Полине. Да, руки у меня уже забились. Мотоцикл ощутимо тяжелее, чем моя Yamaha. И подвеска передняя, ну прям жесткая. Надо что-то с ней делать, чтобы она была помягче. О, здрасте!